10 августа, друзья, шло по плану учений, по-другому быть не дано. 2000 год, Северный флот, Курск вышел в Старый Свет выполнять учебно-боевой секрет. Дуклопок, подводный рывок, Баренцево море, это был злой урок. На глубоководном аппарате приз, спасатели погрузились резко вниз, вскрыли отсек. На подводнике уже не дышали, там бэк, начали разбор, круговой обзор. Тогда этот был еще тот рэп-тайм обзор. Лодка тогда утонула, Путиным к реформам она подтолкнула. Спасение ждали моряки, норвежская лодка была в пути, но не сумела она их спасти. Слишком долго это было МКУ, потому что Путин настоящее хуйло. АПЛ «Мемфис» была недалеко, говорят, торпедой наших долбануло оно. А Путин скушал это как горячее блюдо. Моряков жалко, умерли они как герои, их матери познали настоящее горе. Но Путина выбрали они вновь вскоре. Россию, мол, понять не дано, это было мое МФО!